Hello, народ, с вами Кексти Виндер, и сегодня я хотел бы ответить на самый часто задаваемый вопрос в комментариях, а именно, как же фармить вот таких вот Rainbow Домортусов и откуда же я их взял? Что ж, ну а перед тем, как мы начнем видосик, пожалуйста, поставьте лайкос и подпишитесь на канал, если хотите, чтобы я больше снимал Pet Simulator X. Итак, ребята, давайте начинать. Откуда же вообще брать данных домортусов? Есть всего лишь два метода, откуда их можно получить. Первый метод, это, конечно же, открывать данное яйцо за 1 миллиард денег, но сразу вам говорю то, что это максимально невыгодно, потому что в этом яйце просто мизерный шанс за то, что выпал. Я сколько открывал этих яиц, мне выпало, наверное, всего лишь две штуки, да, вот эти вот, которые у меня есть. Все, больше мне ни одного домортуса не выпало, хотя я открывал сотни этих яиц. И тут просто будет невозможно выбить данного домортуса. Поэтому сейчас я хотел вам показать, как же все-таки фармить. Ну, это тоже не прям таки вам будут постоянно выпадать данные домортусы, но все-таки тут больше шансов получать. Итак, мы находимся на нашем Fuse Pets. Здесь мы будем скрещивать питомцев. И что ж, давайте сейчас попробуем. Допустим, мы берем вот три вот таких вот домиуса и давайте попробуем их скрестить и посмотрим, что же нам выпадает. Так, нам выпадает Cheerful Yeti. Теперь мы дальше скрещиваем Cheerful Yeti уже с другими домиусами. И то есть мы пока что сейчас должны скрещивать до того момента, пока нам не выпадет нормальный доминус. Так, нам выпал опять какая-то фигня. Давайте сразу попробуем 5 доминусов. Возможно, так получится. И что? Ребят, нам, походу, выпало что-то крутое. Так, смотрим. Смотрим. И что же нам выпало? Я так и не понял, ребята, что нам выпадало. Да, давайте снимем всех наших питомцев, чтобы сразу понимать, что нам выпадает, потому что я, если честно, так и не понял, что нам выпало, но, судя по всему, это было что-то крутое. А, нет, ребята, смотрите, что нам выпало. 36 тысяч статов, 3 хеда дракона, у которого гипс один. Нифига себе, ребята, кстати, это реально очень крутой питомец. Это, конечно же, не домортус, но все-таки нам действительно повезло. Итак, давайте в этот раз попробуем добавить 2 белых доминуса и также попробуем еще вот так вот скрестить. И, вау, ребята, опять какой-то выпал гавин. Это что такое? Капец, еще один трехголовый дракон. Блин, давайте мне уже что-то другое. Давайте попробуем домортуса скрестить. Возможно, у нас что-то получится. И давайте, короче, возьмем вот таких вот 2 доминуса импируса и еще вот несколько обычных доминусов. И попробуем скрестить. И, блин, мне выпал дракон, капец. Ну, дракон это, конечно, не очень круто. Засовываем его еще раз сюда. Давайте попробуем вот этих 2-3-главых драконов. И еще попробуем 2 обычных доминуса. Возможно, нам все-таки повезет. Да, ребята, смотрите, нам выпал золотой домортус. Вот, ребята, это то, о чем я вам и говорил. Это то, о чем я вам говорил, как же все-таки выбивать этих домортусов. То есть вот мне выпал еще один золотой домортус на 71 тысячу. Кстати, нам еще и с бафом повезло. Chest Breaker 1, он дает плюс 50 больше дамага сундукам, что я считаю очень крутой баф. Ладно, давайте дальше пока что пооткрываем, возможно, нам получится. Так, давайте, ребят, берем, короче, у меня сейчас просто безумная идея. Давайте всех доминусов импирусов просто скрестим. 9 доминусов импирусов. И что мне выпадает? Ребята, мне, походу, выпал, да, смотрите, мне выпал золотой доминус на 50 тысяч. Ну, ребят, это довольно-таки прикольно, но это было ожидаемо, учитывая, что мы скрещивали только доминусов импирусов. Давайте скрестим вот этих вот доминусов инфернусов, 6 штучек, и еще добавим вот это вот золотого доминуса и плюс домортуса. И давайте посмотрим, что же нам выпадает. Так, ну, в этот раз нам не очень повезло, хотя этот питомец неплохой, у него статы 26 тысяч, но все-таки он не очень крутой. Ну, в общем-то, я думаю, ребята, вы поняли, как их фармить, то есть я выбиваю просто очень много вот таких вот золотых, то есть там вроде 5 или 6 штук, и потом создаю вот такого вот радужного. Это на самом деле намного легче делается, чем если бы вы будете делать это все из яйца, потому что там действительно очень сложно. Что ж, давайте еще немножко паролим. Так, и нам выпадает дракон. Вы серьезно, какой дракон? Мне не нужен ваш дракон. Давайте еще раз попробуем золотого доминуса, и у меня идея, просто давайте сразу 12 доминусов попробуем сюда закинуть, а просто безумец. Давайте попробуем это. Ребята, снова выпал! Вот видите, вот опять нам выпал этот доминус. Опять нам выпал домортус, и в принципе еще 3 штучки, и мы сможем скрафтить еще одного радужного домортуса. Уже у нас есть какой-то прорыв. И опять-таки, ребята, опять-таки очень крутой баф. Ладно, давайте попробуем еще раз. Ой, господи, нет, я случайно одеваю питомцев. Попробуем еще раз скрестить 12 петов. Возможно, тогда у нас получится сделать еще одного золотого домортуса. Я не знаю, возможно ли здесь сделать сразу радужного, но вот то, что можно сделать золотых, это действительно правда. Так, пробуем еще раз, ребят. Давайте попробуем еще раз 12. Возможно, если ты делаешь 12, то 100% выпадает этот домортус. Давайте попробуем. Да, ребята, еще один домортус. Офигеть, ребята, вот вам сразу вот такой вот метод. То есть, смотрите, как я понял, это реально рабочий метод. То есть, если мы добавим одного золотого вот такого доминуса, и плюс, если мы добавляем еще 11 обычных доминусов. Смотрите, мы добавляем одного золотого и добавляем дальше кучу обычных доминусов, то есть вот таких вот обычных доминусов, и дальше делаем фьюз, ребята, и нет, кстати, в этот раз нам не повезло, но я думаю, что все-таки большой шанс, ребят, то есть мы за этот ролик уже 3 золотых домортусов смогли сделать, это очень круто. Еще 2 я смогу сделать еще одного Rainbow Домор. Давайте попробуем в этот
этот раз 8 петов сделать. И, блин, мне выпадает опять какая-то фигня. Ну ладно, в принципе, мы и так убили 3 домортусов, что я считаю очень круто. Так, ставим вот это и давайте еще вот так вот попробуем сделать. Сразу же 12 петов сюда засунем. Ребята, еще один домортус. То есть, видите, как мы просто клепаем этих домортусов. Это просто легко, ребят. Пожалуйста, поставьте, пожалуйста, лайкосик за то, что я вам рассказываю такой имбовый метод, как же добывать этих домортусов, реально. Потому что, ну, про этот метод мало кто знал, и сейчас я вам его показываю. Мы, то есть, уже 4 домортуса сделали, и я думаю, что к концу ролика мы сможем сделать радужного домортуса. Итак, ребята, пробуем. Давайте еще раз засунем сюда еще белых доминусов. Я тут немножко еще подкрывал. Так, и слушайте, в этот раз нам выпал, кстати, вот такой вот обычный доминус золотой, что тоже неплохо, но все-таки хотелось бы еще одного домортуса, чтобы мы смогли наконец-таки сделать рейнбоу домортуса к концу данного ролика. Так, снова дракон, и давайте, ребят, давайте попробуем сейчас сделать 12 зафьюзить. Так, и, блин, снова выпал золотой, что за прикол, ребят, я не понял. Итак, пробуем сразу золотого доминуса, 2 белых и также обычных, и попробуем, что, возможно, нет, к сожалению, у нас не получилось, но зато нам дали вот такого вот рейнбоу слайма, который мы сейчас еще раз перекрафтим. У него, кстати, статы 26 тысяч, но все-таки нам нужен именно домортус, и мы пытаемся его получить. Итак, снова нам выпадает не то, что надо, блин, я не знаю, на самом деле сейчас нам как-то стало меньше фартить на домортуса, раньше нам как-то больше фартило. Так, ладно, теперь мне вообще какая-то фигня выпала, давайте еще раз попробуем на 9 тысяч, давайте попробуем сразу 12 штучек сделать, возможно, так будет больше шанс. Так, смотрите, нам выпал золотой доминус, давайте попробуем сделать наше комбо, 12 вот таких вот доминусов, получается один золотой. И да, ребята, да, мы это сделали, мы смогли это сделать, и у нас, смотрите, ребята, за ролик, получается, мы нафармили 1, 2, 3, 4, 5. Мы нафармили целых 5 домортусов, и, кстати, один из них, просто посмотрите, насколько он крутой, даже 2, просто посмотрите, Chest Breaker 3, дальше Gifts 3, Strange 1, короче, у них бафы просто максимально крутые. Давайте, пожалуй, теперь сделаем их радужным, и, получается, у нас будет целый радужный домортус за один ролик, то есть, реально пользуйтесь этим методом, потому что мы всего лишь буквально, может, там, за 20 минут сделали радужного доминуса. Нет, ребят, нам нужно еще одного. Давайте, ребят, сейчас 88% чисто удача, ребят, если у меня не получится, то я самый худший человек в мире, и я не знаю, и у меня самая ужасная удача. Давайте, погнали, 1, 2, погнали, и пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. С вами Костя Винтер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.